Там все уже на месте, ждут вас. Идемте, не бойтесь. Я не боюсь. Здравствуйте, сударыня. Мы рады приветствовать вас в нашем доме. Вы попали в исторический музей города Солнечногорска и одновременно в картину и галерею художника Клюева. Осторожно, сударыня, здесь крутые ступени, лестница на реставрации. Прошу вас. Здравствуйте, дорогая вы наша, мы ждем вас как манну небесную. Здравствуйте. Я Варвара, учитель литературы, по совместительству директорствую в нашем музее. Раздевайтесь, пожалуйста. Николай, помогите. Здравствуйте, Миша. Здравствуйте. Познакомьтесь, это Леся, моя лучшая ученица. Ей 16 лет, она сама прекрасно пишет стихи. А Николай, он, между прочим, по профессии слесарь. Но у Коли художественный дар, самостоятельно пишет полотна. Пойдемте. Пойдемте. Здесь у нас детская художественная школа на общественных началах. Здесь библиотека, а здесь мы устраиваем посиделки. Ведь другого такого в городе нет. Люди нас любят, тянутся к нам. Родители детей приводят, и даже если не с кем оставить, они ведут их сюда. Знают, что мы за ними присмотрим, всю красоту им покажем. А видели тех твоих ребят, что встречали вас у порога? Да, конечно. Так это артисты наши. Да, в драмтеатре работают. И времени свободно у них много, поэтому мы придумали игровую экскурсию. Мы здесь устраиваем литературные вечера. Поем песни, читаем стихи. Это Николай Федорович Клюев. Можно? Нужно, нужно. Вот. Ну что там твоя подруга? Скажи, ей удалось в командировку вырваться? Да, она как раз сейчас там в музее. Да? А ты ее хоть проинструктировала? Что делать? Как общение строить? Как компромат нарыть? А? На ведь нужен материал острый, компрометирующий. Так вам материал нужен? Или результат? Вы просто Ленку мою плохо знаете. Она человек такой, знаете, она за справедливость будет биться до последнего. Ну, это мы еще посмотрим. Мне, если честно говоря, показалось, что мужняя женщина засиделась дома. Благополучной дамочке захотелось проветриться. Да что вы, я же за нее головой отвечаю. Я бы иначе не позвала ее сюда. Просто в ее жизни был период такой простой. Ну, долго объяснять, но она... Мне объяснять ничего не надо. Мне самое главное, чтобы статья была интересная, чтобы ее можно было читать. Ты ведь сама не первый год профессии, да? Надеюсь, не последний. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Ленка моя умница. Если вы нас не защитите, то всему конец. Миша уже говорил, этот центр здесь земля дорогая. А у нас что? Центр детского творчества, да, музей. Но мы не приносим никакого большого дохода, понимаете? А она... Простите, я могу говорить с вами откровенно? Да, конечно. Она будет платить отцам города. И областному начальству будет платить. И потом говорят, что она приходится какой-то родственницей нашей главной по культуре. С ее помощью она и хочет снести музей и за его счет расширить территорию своего торгового центра. Половину здания она уже построила рядом с музеем. Помогите нам, пожалуйста. Мы уже столько жалоб написали. Это мы писали в вашу редакцию, потому что вы однажды уже защитили, отбили памятник культуры. И мы надеемся. Здравствуй, малышка. Ну? И чего ты меня ни свет ни заря вытащил сюда? Не мог ко мне сам приехать? Не мог. Послушай меня, это... Не шутка и не розыгрыш. Мы не увидимся с тобой ни в эту субботу, ни в следующую. Мой отец узнал о наших отношениях и, так скажем, он категорически против. С каких это пор 35-летний мужик слушает своих маму и папу? Я ему обязан своим положением. И потом, почему ты себе стал позволять такой тон? А? Они любят мою дочь Полину, не хотят, чтобы я расстраивал семью. Я же тебе ничего не обещал. Как это? Не обещал? Ты же говорил, что ты любишь меня. Ну, да, но... Наша история перестала быть легкой. Ну, обойди мое положение.
Нет, Володя, сейчас мы будем говорить не о твоем положении, а о моем. В смысле? В смысле, я очень рада, что твои мама и папа любят детей. Я не понимаю, о чем ты. А о том, что я жду от тебя ребенка. Вот уж бабушка и дедушка обрадуются. У них будет не одна Полиночка, а теперь ее братик и сестренка, да? Я понимаю. Ты очень расстроен. Ну какие дети? Какая беременность в моем положении? О чем ты говоришь? О том, что я жду от тебя ребенка. Но мы так не договаривались. Мы о многом чем не договаривались. В общем, получил информацию. Переваривай. Так, а вы могли бы меня сейчас отвезти в городской отдел культуры? Я сегодня полностью в вашем распоряжении, но боюсь вас разочаровать. Там довольно серьезная дама, вряд ли она захочет говорить с вами на чистоту. Ну, это мы посмотрим. До свидания. Всего хорошего. Всего хорошего. Будем рады вас видеть снова. Спасибо. Да. Дело оказалось сложнее, чем я думала. Варвара Петровна говорит, что в администрации города все знают, но не хотят вмешиваться. Безусловно. Лен, я понимаю, что это немного не вовремя, но я взял с собой камеру. Так хочу сделать ваш портрет. Честно. Ну, это правда, совсем не вовремя. Поехали. От меня беременна. Что делать? Кто, Лена? Так это замечательно. Я давно мечтал о наследнике. Да не Лена, Аня. Моя... Это плохая шутка, Вова. Папа, это не шутка, это правда. Пойдем. Послушай, сынок, я всю жизнь помогал тебе как мог. Но думаю, все. Наступило время, когда тебе самому решать свои проблемы пора. Не может папа стоять все время за твоей спиной. Ну, скажи мне, вот о чем ты думал, да? О чем ты думал? Тоже мне. Я знаю, зачем ты пришел. Ты хочешь, чтобы я позвонил этой твоей Анечке, да? Чтобы папа порешал все проблемы? Так вот я тебе скажу, никуда звонить я не буду. И палец о палец не ударю. Хочешь заводить детей, ну, заведи ты их в нормальной семье. Вообще, ты так и планировал. Хреновый, как я посмотрю себя, планировщик. Только не сделай так, чтобы мы перестали общаться с Полиной. И не сделай так, чтобы люди над нами смеялись. В конце концов, есть масса способов укротить эту твою Анечку. Может, вообще она нам врет все? Не знаю, я ее не видел и видеть не хочу. Короче, так. Сам решай свои проблемы. Я подчеркиваю, сам. Зря я тебе все рассказал. Прям жалею, что пришел. А я жалею, что воспитал такого бесхребетного сына. Приехали? Да. Нам туда. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Мы пришли к Ксении Борисовне. Как ее можно увидеть? Да никак. Известное дело. Ее нету. И сегодня не будет, и завтра не будет. Она в области, на совещании каком-то. Хорошо. А с кем тогда из сотрудников можно сейчас пообщаться? Да ни с кем. Я же вам говорю, они все в области, на совещании. Хорошо. А когда они, по вашим подсчетам, должны вернуться? Ну, откуда же я знаю? Я же не секретарша какая-нибудь, я вахтер. Нету никого, и все. Надо ехать в мэрию. Правильно. Так мэр сейчас тоже в отпуске. Он в санатории лечится. Он всегда в феврале лечится. Это вы спросите, кого хотите. Мы не будем никого спрашивать. Мы поедем к его заму. И все проясним. Я же говорил, что с вами никто не захочет общаться. Thank you.
Ну, это какой-то город Зеро. Уехали все и никого не оставили. Чушь. Сейчас поедем в строительный трест. Зачем? У меня там друг работает. Сашка, они выиграли тендерное строительство этого торгового центра. Может, он что-нибудь знает? А в мэрию мы сегодня успеем? Успеть-то успеем, только не факт, что нас там примут. Посмотрим. Ну-ну, к мэру она напрямик собралась. Откуда эта девица, никогда не слышала? Откуда она взялась, прыткая такая? Тетя Ксения, ты бы своих попросила, чтобы они досье на нее составили? Слишком много просьб, Оля. Ты мне седьмая вода на киселе, а я из-за тебя вляпалась по самое не хочу. Она сюда приехала из-за музея. Я это знаю точно. Тетя Ксения, ты деньги получаешь? Радуйся. Я, между прочим, Оля, твоих денег пока не видела. Только обещания слышала. Ты же знаешь, я свое слово держу. И в этот раз обещала, открою торговый центр, хорошую долю получишь. Кстати, а ты почему до сих пор здесь? Ты же вроде как в Париж на 8 марта собиралась. Ну, уехала бы себе. Ага. Парижем, между прочим, Оля, и не пахнет. Гарью пахнет. Ишь, примчалась сюда журналистка столичная. Ну, а что, ты испугалась, что ли? Это я должна бояться, а я не боюсь. Видели мы таких. Документы они оформить не успели, значит, не считается. Здание памятником архитектуры, значит, под снос. И никто даже не пикнет. Это сейчас они там. Эмоции. А с девочкой это я сама разберусь. А куда она поселилась? В гостинице? Я слышала, ее вроде бы Мишка пригрел в своем домике. Это еще интереснее. Слушай, тетя, ну попроси свою секретаршу, пускай узнает про эту девицу. Кто, что, откуда, и побыстрее. Полина! Полина! Тата! Пока! Пока! Моя хорошая. Папа своего водителя прислал, но я с ним не поехала. Я тебя дождалась. Умница моя. Скажи, а мама ведь тоже в нашей школе училась? Конечно, я же тебе говорила. Ты почему спрашиваешь? И ты точно так же забирала ее со школы? Ну, иногда я, иногда не я. А кто ее еще забирал? Это бабушка Кло? А это Кло, она твоя мама или мама твоего мужа? Моего дедушки. Ты, кстати, обещала ему фотографии показать. Да, обещала. Но у меня для тебя сюрприз. Да? Какой? А вот, в эту субботу, 12-я годовщина свадьбы твоих папы и мамы. Ого, 12 лет – это целая жизнь. Да. Мама говорила, что они за это время с папой всего лишь 2 раза вместе в отпуск ездили. Я тоже мечтала, чтобы меня куда-то на океан свозили. Ты мечтаешь на океан? Я много чего мечтаю. Но больше всего я мечтаю про братика или про сестричку. Братик, сестричка нам бы сейчас, конечно, не помешали. Вообще надо, чтобы в семье было как минимум 2 ребенка. Маме звонила? Звонила, она в этой своей командировке. Говорит, ее не беспокоить. Скорее бы уже закончилась ее дурацкая командировка. Точно, дурацкая. Устами младенца глаголит истина. Вообще-то у твоей мамы много дурацких затей было в детстве. Если бы я не была строгой, из нее вообще непонятно, что бы выросло. А я у тебя строгая. Но справедливая. Но справедливая, точно. Мы строители. Выиграли тендер. Вот. И теперь будем строить торгово-развлекательный центр на месте музея. Ну. Но это мы еще посмотрим, будете или нет. Ну, послушайте, я сам здешний. Я вырос тут, вот как и Миша. И мне клюевцев очень жалко. Земли за городом много. Но торгушку можно было строить и там. Да и нам бы было легче. Но... Тут центр города, и земля владельцам глянулась. А так мне Варвару жалко. Вот. А хорошая она женщина, она совестливая, инициативная. Вот. Да и людей, которые с ней жалко. Но не смогли они ничего доказать. Не смогли? Или их просто не стали слушать? Но это же старый дом, красивый дом. Это памятник архитектуры. Ну вы как строитель должны это понимать. Но есть 2 понятия. Старый красивый дом и официальный термин – памятник архитектуры. Красивый старый дом не охраняется законом. Поэтому, если вы хотите спасти свой красивый старый дом от сноса или
спасти вид из окна от застройки многоэтажками. Вам нужно придать дому некий охранный статус. А сделать это тяжело, потому что жильцы могут только рекомендовать органам охраны культурного наследия провести государственную экспертизу. Ну да. И дом ее может годами ждать и разрушаться. Вот. И, Миша, ты забываешь, вообще с момента согласия органов охраны культурного наследия на эту самую экспертизу у дома появляется статус заявленного памятника. И его нельзя так просто снести без согласования с ведомством или разрушить. Так, и что же случилось? Варвара Петровна говорила, что она подавала все документы комиссии. Ну, а случилось то, что экспертиза, уже не знаю, благодаря кому отказала. Подавать заявку на повторное рассмотрение бессмысленно, ей отказали на уровне области. Сказали, что дом пострадал сильно во время войны, что много доделок, переделок, вот, что первоначальный вид, мол, не тот, да и никакой культурной ценности он уже не имеет. Ну, а пока суд доделал, естественно. Нужные люди быстро подготовили проект, план сноса, нас наняли. Вернее, мы тендер выиграли, как я говорил. Мы хорошие строители. Это понятно, только это ничего не меняет. Ты сам-то хоть знаешь будущую владелицу этого центра? То мы, по слухам, понимаем, что она чья-то родственница, а чья? Ну, Миш, мне надо бумажки поднять, я не помню ее фамилии. Ну, не силен я фамилия. Так что вы заезжайте позже или позвони. Хорошо. Да, Василий Кузьмич. Ну, я же пообещала вам, что сделаю. Ну, конечно. Ну, что вы волнуетесь? Я же не первый раз замужем. Конечно, все сделаю. Да, конечно. Все будет хорошо, обещаю вам. До свидания. Привет. Что ты здесь делаешь? Ленке дозвонился? Не дозвонился. Она вообще телефон отключила. Марин, прости, мы никогда с тобой не ладили, но я прошу тебя стать моим союзником. Ну, кроме тебя никто не может мне помочь. На кону моя жизнь. И не только моя. Я предлагаю перемирие. Ну, хорошо. Скажи, а мы можем где-нибудь поговорить, ну, где не так людно? Да, у меня как раз обеденный перерыв здесь. За углом есть кафе, пошли. А. Я заказал вам супчик. И не вздумайте отказываться. На улице такая холодрыга, нужно покушать что-нибудь горяченькое. Спасибо. Пожалуйста. Ну что вы скуксились? Ну чего вы расстроились, а? Да ничего не получается. Материал мне надо сдавать, а что писать? Я нервничаю. Никого нету. Ну, никто не обещал, что будет легко, правда? Я понимаю, что у вас это первое задание в этой редакции. Что это очень ответственно. Вы даже не понимаете, как мне важно не завалить эти задания. Если рассказывать с самого начала, то у меня это непростая история. Я очень рано вышла замуж. И, простите, не по любви. И думала, что я живу ради долга. Я была хорошей женой, хорошей матерью. Мне казалось, что этого для счастья достаточно. А теперь я понимаю, что я ошиблась. Мы все ошибаемся. Нет человека, который бы прожил свою жизнь совершенно и правильно. Не корите себя. Да я не корю. Я просто переосмысливаю все, что со мной произошло. Все как-то это неправильно. Я так долго терпела эту неправильность, а муж долго думала лучше, чем он того заслуживает. Поэтому вы не отвечали ему на звонки? Это не важно. Сейчас важно разобраться с музеем, помочь людям. Я делаю это не только ради статьи. А то вы, наверное, думаете, что я какая-то карьеристка. В моих глазах вы красивая женщина. И хороший, но не очень счастливый человек. Да красивый, некрасивый, какая разница? Я поехала в эту командировку, чтобы доказать себе, что я что-то стою. И обязательно докажете. Ешьте суп, красивая женщина, и поедем в мэрию. Друзей у меня немного, можно сказать, вообще нет. Да я помню. Отец отказался помогать. Да ладно, в какой-то век, ничего да. Себе. Что-то новенькое. Марья, если бы ты знал, как мне плохо, ты бы не издевался на мной. У тебя еще с института эти привычки. Ладно, не тяни. Вот эта девушка, Аня. С
которым он на фотографии. Она меня сегодня испугала. Сказала, что беременна от меня. Ты понимаешь, что это значит? Ну, ты козлище. Не козлище, а доверчивый мослик. Я не знаю всех этих ваших женских тонкостей. Я не знаю, что делать в такой ситуации. Я совершенно обескуражен. Помоги мне. Стань моим союзником. А? Ну, это же ради Ленки. Ну, у нас суббота годовщина свадьбы. Отец всех собирает. Я не готов потерять жену и дочь. Вот как ты запел. Значит, девочку зовут Аня, и она молодец, хочет от тебя ребенка, правильно? Ну да, но я просто не готов к такому повороту. Ты можешь как-то вопрос решить с этой Аней? Купи ей шубу, не знаю, машину, квартиру, что тебе? За мои деньги, конечно. Ну, ясно, за твои. У меня таких денег никогда не было. Ну, не тёща же мне с мамой просить об этом, правильно? Я тебе всё дам. Адрес, салон, телефон. Знаешь, я ошиблась с определением животного. Ты не козлище, ты шакал. Да кто угодно. Главное... Главное, мне нужно успеть решить вопрос с Аней. Я... Ты же Ленку спасаешь. Хочешь, я на колени встану? Борисов, я от тебя ничего не хочу. Господи, да они даже с нами говорить не стали. Вот что за люди в вашем городе, а? Как везде, ни хуже, ни лучше. Да, вот что мне писать, а что мне делать? Заместитель нас даже не принял, запись к нему только через неделю. В редакции от меня ждут серьезного аналитического материала, а я... А вы просто напишите все как есть. Про ребят этих из музея, про то, что они вам рассказали. Главное, чтобы это было эмоционально. Эмоции — это единственное, что волнует людей по-настоящему. Да. А завтра нам Сашка подкинет какие-нибудь факты, и мы их вставим. Если вы не против, я поучаствую в этой работе. Гонорар мне не нужен, на славу я не покушаюсь. Просто хочется вам помочь. Вам и Клюевцам. Да. А вот сегодняшний день просто прожит зря. Не говорите так никогда. Мы сегодня общались с разными людьми. Вы пытались им помочь. Вы живете. Вы любите свою дочь. Вы ходите по земле, видите ее красоту. Этого достаточно, чтобы радоваться каждому прожитому дню. По-моему, так правильно. Предлагаю сегодня вечером в музей. У них там какое-то мероприятие. Пойдете? Да. Спасибо. Предоставьте нас, пожалуйста. Во, мне что-то неспокойно. Что-то происходит с сыном. Он раньше к нам так часто никогда не забегал. Ты что-то скрываешь от меня? Вот почему они решили праздновать свою годовщину свадьбы у нас? Скажи, что в этом удивительного? Наш единственный сын попросил меня. Ну что, мне ему отказывать? Ну, конечно, нет. Ну? Просто странно. Полинка сказала, что Лена куда-то уехала. Куда? А что, какие-то недомолвки? Послушай, ну приедут. Сама у них все спросишь. Мне, наверное, нужно что-то подарить Лене на годовщину, да? Что подарить? Слушай, мне на Новый год кто-то преподнес серебряную брошь. Не очень, а подарок ценный. Я срежу ценник, мне подарю Ленке. Хотя даже ценник не буду срезать, там цена впечатляет. Не надо дарить никакой броши. Послушай, тем более тебе ее уже подарили. Дареные не дарят. Ну, разберется он, что купить своей жене на годовщину. Ну, правда. А он сам ни на что не способен. Вот. Вот тут ты права. Ни на что не способен. Вот ключевое слово повествования. Мы с детства его холили, лелеяли, опекали. Между прочим, твое воспитание. Мы создали ему бизнес. Вернее, я создал. А теперь вот пожинаем плоды. Нормально. Потрясающая наглость. Слушай.
Значит, когда все хорошо, мама ни при чем, да? А чуть только все плохо, во всем мама виновата. Ой. Да я вообще возьму с вами за стол, не сяду. Да. Возьму и еду, вон как Ленка. Ага. Ленка уехала, а я уйду. Да никуда ты не уйдешь. И сядешь первой за стол, как миленькая. Я знаю твою любовь праздникам, юбилеям, торжествам. Ебось еще себе вон платье новое заказала. Не платье, а блузку. О. Да, я женщина. О. Между прочим, такая уже и старая. У ребенка праздник. И его мать должна быть красоткой. Да какой он ребенок? Он давно уже взрослый, дурной мужик. Вообще, тебе пора уже это запомнить. Значит, все-таки что-то случилось. Остановись и оглянись вокруг, постарайся замечать хорошее, ведь с тобой рядом лучший друг. Что же может быть еще дороже? Человек приходит в этот мир, чтобы сеять доброе и вечное. Так давайте станем чуть добрее и забудем споры бесконечные. Шар земной без устали кружит, так ему отведено вселенной. Человек родился, чтобы жить, и чтоб стать счастливым непременно. Устали? Немного. Но мне очень понравилось, как пела Леся. Вы знаете, тут еще выпускают журнал за свой счет. Я думаю, что Варвара его вам потом подарит. Замечательно. Когда я была маленькой, еще была жива моя бабушка, я тоже пыталась писать стихи. Да, потом музыку к ним и получались песни. Может быть, когда-нибудь я вам спою. Что значит «может быть»? Я от вас теперь не отстану. Зачем я вам сказала? Я уже давно не пишу песни. Как-то умерли мои песни. Знаете, Миш, мне иногда кажется, что я живу не свою жизнь. А моя жизнь осталась где-то там, в юности. Когда было много надежды, и казалось, что сбудутся самые прекрасные, только самые хорошие сны. Все самое главное, хорошее и светлое, остается в нашей юности. Все люди ее любят. С возрастом мы, конечно, кое-что приобретаем, но настоящие мы там. Да, это вы верно сказали. А вы родились в столице? Да. Ну, в обычной семье простой, небогатый. Отец ушел от нас, когда мне было 7-8 лет. Но его мама, моя бабушка Клотильда, она была полуффранцуженка, она занялась моим воспитанием. Ну, я же говорю, что в вас есть что-то породистое. Ну, прямо чувствуется француженка. А я провинциал. Знаете, никогда этого не стеснялся. И не комплексовал по этому поводу. Я люблю провинцию. И провинциалов люблю. Да, я смотрю на лица зрителей, они такие светлые. Наверное, в большом городе смеялись бы над этим концертом, над этими людьми. Она была удивительная. Она как-то рассказала мне потрясающую легенду про День Святого Валентина. А вы знаете настоящую историю праздника? Как ни странно, да. Святой Валентин был врачевателем. Да. И он исцелил слепую девушку, дочь тюремщика. Его посадили в тюрьму по навету. И она принесла ему букет желтых шафранов. Да, это мои любимые цветы. Не шафраны, а желтые. Говорят, желтый цвет – цвет разлуки. А мне кажется, желтый цветок – это маленькое солнышко. Я бы очень хотел
встретить этот праздник с вами. Это невозможно. Да и не нужно. День Святого Валентина – это годовщина нашей свадьбы. И я обещала свекром быть. Обязательно. Так она даже не корреспондент этой газеты, внештатница. Интересно, какого черта я потянула в эту командировку? Что ей нужно? Господи, напугал. Работаешь, как пчелка. Может, отдохнула бы уже? Поздно. Я в этой жизни все сама себе добываю. Вот недавно тетку троюродную надыбала. Оказалась чиновница. Полезная родственница. У меня осталось всего каких-то две подписи, и я могу строить свой центр. А не боишься прогореть? Я никогда ничего не боюсь. Тут это, столичная фифа, журналистка, собралась писать про эту плакальщицу Варвару. Ее этот музей чертов. Так я проверила, оказывается, она ничего из себя не представляет. Так ее можно пугнуть. Понял? Да? Сделаем, а для тебя сделаем еще и за большим удовольствием. Так. Вначале дело, а потом все остальное. Обещаешь? Обещаю. Ну вот и чудненько. Варвару мы на пенсию отправим. Клюевские картины я себе приобрету. Говорят, что они скоро будут больших денег стоить. Так они уже стоят? Да. Ну вот и чудесно. Так ты это, с обещанием своим-то не тяни, а то я могу и передумать. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Леда, ну скажите, вам уже удалось с кем-то переговорить по нашему поводу? Пока нет, но, Варвара Петровна, я вам обещаю, я это так не оставлю. Я обо всем напишу. Вы мне еще раз скажите, кому вы писали, какие жалобы и какие ответы вам приходили. Да-да, я всю переписку предоставлю. Я все собираю, подшиваю. У меня есть все ответы, кто нас послал и куда. Никто не отвертится. Пойдемте. Да. Миш, ты хлеба принесешь? Я такая голодная, а хлеба нет. О, прости, ради бога, я замотался. Совсем из головы вылетело. Я через полчаса буду. Лена, вы простите меня, я не смогу вас проводить. У меня небольшое ЧП. Миша, не волнуйтесь. Мы сами проведем Елену. Спокойной ночи, Лена. До свидания. Спокойной ночи. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно привести себя в порядок? Ну, вообще-то мы уже закроемся. Ну, хотя, если наш мастер вас примет. Ань? Да? Примешь клиентку? Да-да, проходите. Ну все, проходите. Я побежала, не забудь поставить на сигнализацию. Да, хорошо. До свидания. Спасибо. Вам укладку или стрижку? Под ноль. А вы серьезно? Серьезнее не бывает. Поговорить надо? Анечка. Вы вообще кто? И откуда вы меня знаете? Значит так, вопросы здесь задаю я, поняла? Ты беременна или как? Да что вы себе позволяете? Вову Борисова знаешь? Так вот, я подруга его жены. И для меня принципиально знать правду. Врать не советую, либо я работаю точнее любого детектора лжи.
Так это он вас послал. Ничего говорить я не буду. И не обязана. Вон из салона. Мы закрываемся. Спасибо, что проводили. Спасибо, что пришли. Я, наверное, повторюсь, но мы очень надеемся на вас. Скажите, а вы Михаила давно знаете? Да, всю жизнь. Он наш, здешний. А если что, он далеко отсюда живет? Так он живет на другом конце улицы. Может быть, его позвать? А, нет, нет, это я так. На всякий случай. Здесь так уютно в доме его дочери. Да, мы Поленечку знаем, любим. Она отучится в педагогическом и к нам вернется. Прекрасная девочка, прекрасная. Да, я видела ее мельком, когда Михаил вез меня сюда из города. Да, он чудесный человек. Жаль только, что такая беда у них. Какая? А он сам вам все расскажет, если сочтет нужным. Извините, я уж не люблю говорить про людей за глаза. Спокойной ночи, Елена. Спокойной ночи. До свидания. Всех благ. Пойдем. А, это, наверное, как раз Полине. Я купил твой любимый Бородинский. Спасибо. Я, должно быть, оторвала тебя от какого-то хорошего дела. Вот, не вижу тебя, я чувствую, что ты сердишься. Вовсе нет. Нехорошо как-то с этим хлебом получилось. Ты пришел такой счастливый. У тебя что-то хорошее случилось? Ты не разговаривай, ты ешь, ешь. Как-то перехотелось. Ты же не сердишься? Миша, я сегодня вспоминала, как мы молоды были, когда свадьбу справили, а нам денег надарили. И мы на море поехали. И там, на этом море, полтора месяца загорали. Помнишь, я тогда, я сгорела вся, красная была. Помнишь? Да, да. Помню. Конечно, помню. Как на море стояли. На закат смотрели. Красивый. Я такой больше никогда не увижу. Ну, подожди. Я же написал в немецкую клинику. Они должны прислать ответ. Если все будет хорошо, то, возможно, мы поедем туда на лечение. Еще есть надежда. Знаешь, и не надо меня завтраками кормить. Что я выздоровлю. Что я завтра увижу. Ничего не будет. Я увижу их. Никогда не увижу. И тебя не увижу. Ни Полину не увижу, ни Лёшу, ни свадьбу. Ну сядь! Сядь, я сказала, и сиди! Я журналистка с 18-летним стажем. У меня в дверь, а я в окно. Я много чего повидала. И много чего умею. Я ничего не боюсь. Поняла? И я не сдамся. Ты беременна или нет?
Вы за кем гонитесь? Сначала я в двери нашла вот эту записку. А сейчас за мной кто-то следил. И в окно бросили камень. Оказывается, вас нельзя было одну оставлять. Это опасно. Пойдемте в дом, пойдемте, пойдемте. Слушайте, это не шутки. Может быть, вам перебраться в гостиницу, а? Нужно поберечься. Вы понимаете, что вы этим ребятам как кость в горле? Им разборки с музеем нужны, как завтра помереть. Вот они вас и предупреждают, чтобы вы уехали. Я догадываюсь. Только я не из трусливых. И отсюда переезжать в гостиницу я не хочу. Мне очень нравится ваш дом. А что вы улыбаетесь? Я всегда мечтала о таком доме, чтобы он был простым и теплым. Понимаете? Понимаю. А у вас что, нет дома? Нет. У меня золотая клетка. В буквальном смысле этого слова. Мой муж не дает мне распоряжаться у нас жилищем. Он придумывает и планирует все сам. А у него, знаете, другой принцип. Не то, чтобы было уютно и хорошо на сердце, а чтобы было богато и круто, и чтобы все соседи завидовали. Да. Я это понимаю. Но не принимаю. А мне очень нравится печка. Вообще печка – это самое лучшее. Да. Говорить о врагах мне совсем не хочется. А придется. Я чего примчался-то? Мне Сашка позвонил, сообщил фамилию той дамы, которая выступает заказчиком строительства и по совместительству является нашим главным врагом. Это некая Ольга Лисовская. Я тут собрал про нее информацию. Она не местная, естественно. У нее сеть фитнес-клубов, а в голове калькулятор и только. Она является активным пользователем соцсетей. Через соцсети нашла свою тетку. Вот она у нее в друзьях, видите? Угу. Угадайте, кто это? Кто? Некая Ксения Борисовна, которую она с вами не приняла, и является начальником отдела культуры. Кстати, у нее никакого собрания сегодня в области не было. С чего вы взяли? Выяснил. Как? Элементарно, Ватсон. Позвонил и узнал. Так вот, эта Ксения Борисовна в девичестве тоже Лисовская. Она не родная, но какая-то двоюродная или троюродная сестра Ольгиного отца. Поэтому ее интерес в сносе музея и строительстве торгового центра скорее не родственный, а денежный. Это вообще очень денежная история. Ладно, хорошо. Наезжать я больше не буду. Прости, но и не уйду. Давай мы с тобой шампанского выпьем по глоточку. Сразу у нас разговор по-другому пойдет. Я пить не буду. Это почему? Шампанское хорошее. Я его только сегодня с презентацией крупного концерна принесла. Сладкое, полусладкое. Самое оно. Нет, я не буду. У меня причина уважительная. Какая такая причина? Я сегодня тест делала. Только не надо мне втирать, ладно? Правду говори. А я не втираю. Я говорю, как есть. Тест на беременность. Положительный. Я что думала? Что он человек, ваш Борисов. Приходил ко мне стричься. Слова говорил красивые. Цветы дарил. А у меня что? Ни кола, ни угла, ни двора в столице. Я думала, что поймала жар птицу за хвост. А он оказался воробей паршивый. Полгода встречались. А он так и не сказал, что женат. И что ты собираешься делать? Шантажировать его? Я рожать буду. Я детей хочу. Всегда хотела. Аборт делать не буду. А подруге своей можешь передать, что от него я ничего и не получила. Кроме как ресторана с мороженком. Да и подарочек на Новый год. Вот шарфик. Не густо, да? Честно говоря, не густо. Вы ложитесь, ложитесь. Уже поздно. А я тут на диванчике прилягу. А вы что, домой не пойдете? Конечно, нет. Я вас одну не оставлю. Если вы не собираетесь перебираться в гостиницу, тогда я буду ночевать здесь. Вы не бойтесь, я не потревожу. Я не из таких.
Я ничего такого не подумала. Просто, может быть, вас дома кто-то ждет. Никто меня не ждет. Ложитесь спокойно. Мне надо ночью надиктовать кое-что для газеты. Я постараюсь тихо. Вы отдыхайте. И спасибо большое за помощь. Что вы опять улыбаетесь? Да нет, просто... Вы знаете, мне интересно, какой вы были в детстве? Мне кажется, тоненькой, худенькой, длинноногой, чем-то похожей на эльфа. А на голове огромный бант. Верно? Да, бант был. Но в остальном не угадали. Я была такая упитанная девчонка, меня даже в балетную школу не взяли. Но потом бабушка меня аккуратно перевела на свою диету, я похудела, стала такой, как все. Маме было не до этого, она выясняла отношения с отцом, потом снова выходила замуж, опять неудачно. А когда не смогла построить свою личную жизнь, стала строить мою. Спокойной ночи. Спокойной. Я к маме поеду рожать. И ты уж извини, я ни с тобой, ни с ним это обсуждать не буду. Слушай, дай мне до завтра время все обмозговать, обдумать. Если ты не против, я к тебе приду. Мне все равно надо корни покрасить. Сделаешь? Конечно. Я мастер хороший, и мужские и женские стрижки делаю. Сделаю тебе укладку и стрижку. Хоть завтра замуж. Нет, замуж что-то мне с каждым днем хочется все меньше и меньше. Несмотря на то, что я тебя лет на 7 старше. Знаешь, еще почему? Долго рассказывать. Насмотрелась я на жизнь своих подруг и на Ленкину жизнь. Ладно, завтра поговорим. Я Ленке про тебя рассказывать не буду. У нее и так своих забот полно. Хорошо. Пока. Пока. Ты почему не спишь? Я скучаю по тебе. Мне плохо без тебя. Ты там никаких глупостей не натворила? Пока не успела. Я целый день в школе, а потом бабушка меня забирает. И заставляет делать уроки. Прикинь, она сидит и смотрит, как я их делаю. Как ты с ней прожила столько лет? Ну, выдержала же. Я приеду, ты мне все подробно расскажешь. Мам, как там у тебя дела? Ну, даже не знаю, что сказать. Воюю, стараюсь. Вот попробую до утра что-нибудь написать и отправить в редакцию. Мамочка, знаешь, что я тебя очень сильно люблю? Котенок, я тебя тоже очень люблю. Ложись, пожалуйста, спать. Потерпи немного. Я скоро приеду, мы снова будем вместе. Пока. Я же сказала, не раньше, чем эта журналистка уберется из нашего города. Из нашего города? Мне не послышалось? Из нашего? Из каких это пор Солнечногорск стал твоим родным городом, скажи? Ты же здесь даже жить не собираешься, ты же сама это говорила. А с тех пор он мне стал родным, как я вложила сюда столько сил, средств. Ты знаешь, чего мне стоило вот эти вот документы оформить на строительство? Чего мне стоило свою тетку уговорить, чтобы она за меня поручилась? Сколько мне стоило взяток дать? И что мне, после этого уступать ей? Песенки там петь? Я человек дела, Феликс. Так что руки прочь. Сделаешь дело только тогда. Подожди. Сегодня эта журналистка и испугалась меня. Это что, не в счет вообще? Слушай, меня не интересуют твои промежуточные успехи. Мне нужно, чтобы она убралась из этого города.